даже при первой беседе, достаточно мимолетной, он произвел на меня, конечно, потрясающее впечатление такой огромной, широкой, большой личности. Самое, что потрясает, это, вот, наверное, такой термин не очень применимый, не очень яркий, но широта охвата его сознанием вообще всех областей. То есть вот о чем бы с ним ни говорить, у него есть свое мнение, свое представление. Мне кажется, что его роль в истории, если можно говорить о роли человека в истории, именно человека с широчайшим познанием разнообразных процессов, и физиологических, и не знаю, химических, и физических, ставить вопросы и подтягивание профессионалов на какой-то совершенно иной уровень. Вот мне кажется, в этом смысле, в этом его роль. То, что он начинал, насколько я понимаю, насколько я знаю свою деятельность в нашем учреждении, и оставил здесь свой след, как человек, который обладает тоже экстраординарными способностями в области психологии. И то, что он этим пользовался на протяжении какой-то дальнейшей своей профессиональной жизни, и все, что вот он рассказывал, это, конечно, совершенно потрясает. И потрясает то, что он ушел из этого и переключился на другую деятельность. Но это уникально, это удивительно, это вызывает большой интерес, восхищение.